Приветствую вас всех на своем канале вязания с Татьяной. Сегодня, девочки, я буду показывать продолжение по моей покупке пряжи в рамках совместных покупок, которые я веду. Значит, первую часть вы посмотрели уже на канале. И сегодня я буду показывать вам вторую часть. И вторая часть моя начнется с аксессуаров. Смотрите, вот такой вот прекрасный мешок. А я вообще люблю теперь такие мешочки. Мне приходил подарок от Людмилы и от Аллы в мешке. Очень красивым. У меня теперь там он как проектный мешок. Очень удобный, очень красивый. Ну, классный. Для меня он вообще очень красивый и очень классный. И сейчас, посмотрите, мне поставщик прислал вот в таком пакете. Тоже из такой же примерно пряжи. Я не знаю, из чего Алла сшила сама. Вот, ну, из такой же, я сказала, пряжи. Если, девочки, я сказала пряжи, то все уже. Из такой же ткани. Вот, в общем, я пытаюсь вам показать его во весь рост. Ну, просто камера не захватывает весь. Ну, вы видите, НАКО написано. И хочу вам сегодня показать, что же у меня лежит в этом мешке. Давайте начнем, девчонки. Первое, девочки, то, что я достала, это вот такая вот литература. Смотрите, три журнала я заказала. Цена этих журналов вообще смешная. Ой, понятно, что они немножечко устарели. Не знаю, насколько по времени они устарели, но они устарели. Но неважно, стоят они вообще недорого. То есть журналы от Ализе. «Молодежный шик вместе», улица «Энстиль». Этикетки для воротников, кстати, тут они в журнале. 161 моделька. То есть, и есть модели современные, классические, зимняя мода 60-х годов в ручном. Вот такие вот этикетки, нашивки. Дальше тут журнал «Стильное вязание с детской элегантностью», да, то есть тут для детишек. Для детей от 0 до 12 лет. 158 моделей. Ведь это здорово. Такая красота. Там, наверное, внутри. В этом журнале, по-моему, нет этикеток. Но ничего страшного. Зато здесь 158 моделей. И вот еще такая вот красота розовая. 118 моделей для детей и малышей. Не написано, на какой возраст. Тоже здесь есть этикетки. Вот, но очень яркие, красивые. Ну, по крайней мере, обложки. Это вот оно тяжелое. Вообще тоже вот эти журналы, девчонки, все тяжеленные. Так, фотофон мой испачкался. Ну и давайте начнем. Приступим к просмотру моих аксессуаров. Сейчас я вам хочу показать. Так, счетчик мой. Это будет, значит, мой. Развалился. Смотрите, какой он яркий, девчонки. Единственное, что вот у этих счетчиков почему-то очень мягкие кнопки. Вот эта вот кнопка, она очень мягкая. Я не знаю, по какой причине. Он с подсветкой. Я когда раньше заказывала из Китая счетчики эти. Я вообще теперь, знаете, коллекционер вот этих счетчиков. Настолько это... позитивное такое решение для нас с вами, для вязальщиц, я имею в виду. Потому что вот эти все счетчики рядов, они приходят вообще все в разной цветовой гамме. Вот. Так, в такой упаковке дешевенькие счетчики, вот в этой подороже. Но что значит дешевенькие и подороже? Вот эти счетчики. Они без подсветки стоят 30 рублей, а вот эти счетчики, они стоят 60 рублей. То есть, ну и плюс я там проценты накидываю за организацию закупки, копейки. Пойдите, купите в магазин, как говорится, там вы заплатите раз в 5 побольше. Хочу достать вам их все показать. Я вообще люблю, я коллекционирую все вот эти счетчики теперь. Как говорится, естественно, всеми ими не пользуюсь одновременно, но... я себе собираю их по цвету, чтобы они у меня были все. Мне не нравится. Это фетиш такой, знаете.
Ну, по-моему, мне кажется, уже их у меня мало осталось. Собираю, но кто-нибудь попросит из вязальщиц. Вот. В общем, у меня пришло, получается, 6 таких счетчиков, рядочков. И 4 вот таких. Такие розовые я себе оставлю, у меня розового нет. Вот такая красота, девчонки, позитивненькая. Вот такой я тут вот не видела я из дешевой серии, салатовый такой счетчик. По размеру, конечно, он поменьше, чем вот этот. Вот желтый откроем. Мне кажется, они меньше, видно их визуально. Что... Да, ну, конечно, меньше. Но неважно, главное же, что он работает. И самое главное, что... Это такой позитивчик, солнечный позитив. В общем... Прелесть. Я думаю, всем нравятся счетчики. Так, давайте дальше. У меня здесь пришло опять кучу спиц. Шестидесяточки. Сороковочки. Соточки. 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 Кстати, хорошие спицы, девочки. У меня вот мои заняты были все из премиум сегмента. У меня их не очень много. Вот. И выручила. Даже вот сейчас я перешла на вязание реглана. У меня Knit Pro 60 леска 3,5. Ну, 60 это мало. Я взяла вот из этой серии соточку 3,5. И очень-очень даже нормальненько. Понятно, что хочется иметь премиум сегмент. Но не всегда, как говорится, это по карману. И когда хочется сэкономить на спицах, то вот эти спицы вообще прекрасная замена. Понятно, что мы стараемся себя баловать и покупать себе иногда хорошие спицы, потому что мы любим вязать с вами на хорошем инструменте. И это нормально. Но, ну, 200, смотрите, девчонки, 200 сантиметров леска, 4 миллиметра. Мне тоже в прошлый раз пришли такие. Так, ну, вот еще 4,5 даже пришли. Поэтому они стоят вообще копейки, вот эти спицы. Вот смотрите, сколько у меня пришло на леске сотка. Смотрите. Всевозможные размеры. 3, 4, 4,5, 2,5, 6, 2,5, 5. Вот еще Кира достает. Еще 5. 5. 5. То есть люди попробовали. Люди понимают, что можно добавлять в свой ассортимент вот такого плана спицы, потому что, ну, нормальные китайские, я не знаю, в Китае или нет, ну, наверное, сейчас мы все из Китая, поэтому вполне очень даже. Значит, вот 60-ка, да, 2, 2,5, 3. То есть, видите, как их много у меня в этот раз пришло. Так, 40-ка. Вот я не знаю, как вам, мне не очень удобно вязать на 40-ке. Ну, как-то не знаю, я не прониклась ими, вот этими спицами, 40-ками. Мне прям вот колят они, и все, пальцы, не могу я. Не знаю, может быть, я, кстати, вязала вот на такого плана спицах. Не знаю, как из премиум-варианта, у меня премиум-варианта нет коротких спиц. И вряд ли, наверное, я их буду покупать, потому что я... Как говорится, разочаровалась на этих. Вот такая вот 80-ка тоже. 2,5, 3 и 5. И две пары леска 200. Вообще, в магазине не найти таких. Я знаю лично, точно искала у себя. У нас таких нет, 200 никаких. Даже из премиум вариантов, девочки. Максимум, что там было, это 120-я леска. Так, дальше.
Вот такие линейки. Я думаю, в ассортименте, в арсенале у вязальщиц у всех есть такие линейки для определения номеров спиц. Удобно. Маленькая линеечка. Много места не занимает. У меня она в шкатулке есть, всегда она у меня лежит, и я могу попробовать. Ну, понять, какой размер. Ну, я думаю, вы все так же делаете, девчонки. Так, это у меня пришел еще один набор для помпонов, для изготовления. Удобный помпон, удобный набор. Я сама лично не пробовалась, но у меня брала Анюта. На пробу она игрушкам вязала, делала помпон. И ей понравилось. Хороший набор, говорит, вообще цена копеечная. Вот такие еще, девчонки, пришли булавочки. То есть маленьких несколько, там, не знаю, сантиметров 9, наверное, булавки. Петли съемные, они удобные. И побольше размеры. Мне нравится, у меня есть одна такая булавка. Меня, кстати, она очень выручила. Я тогда вязала джемпер белый, я переснимала туда горловину, чтобы мне посмотреть, хватит или не хватит. Так, вот такие всякие приспособления для вязания кос. Так, надо мне уже фотофон менять, он у меня весь тут от журналов, от пакета. В общем, вот такие приспособления для вязания кос по три. Три таких. И, по идее, должно быть тоже три таких, а их два, что ли, всего, да, Кир, больше нету? Ну ладно, два таких. Кстати, в этот раз почему-то не дали ни одного маркера. То есть вообще маркеров нет. Заказывали много, а что-то у них с маркерами случилось. О, девчонки, смотрите, я носочные спицы заказала. 2,6, 2,8 и номер 3. Я вот хотела такие. Ой, такие они классные. Я хотела именно побольше. Тут они 23 сантиметра. Смотрите, удобно, мне кажется. Потому что на маленьких иногда бывает не очень удобно. И хочется, чтобы прям спица была потолще. Ну, подлиннее, вернее. Вот я заказала, значит, 3 размера. 2,6, 2,6, 2,8 и номер 3. Остренькие, кстати, кончики. Смотрите, какие. Остренькие такие, хорошенькие. Хороший металл. Так. Этим, как говорится, обогатились. Все тоже хотела заказать себе спицы из Непро. Но, как говорится, пока не досуг. Дальше пришли крючочки. Обычные крючки. Номер 3. Номер 4. Номер 2. Номер 5. Ой, два такой, Танюська. Мне кажется, его сломать можно в руках прям. Так, дальше, девочки. Ножнички. Ну, очень удобные ножницы для обрезания ниток и так далее. Тоже компактные, с крышечкой. Вы все знаете эти ножницы. Так, далее, вот еще что хочу показать из аксессуаров. Это набор крючков. Девушка у меня заказывала, даже две девушки по одному набору заказали. Давайте попробуем приоткрыть. Ну, все не буду. Ой, такая удобная деревянная ручка. Набор, по-моему, стоит порядка 300 рублей. А, удобно. Классный такой, знаете. Не цепляется нигде, не шероховат. Такой гладкий-гладкий крючок. Ну, я не знаю, я же не вяжу крючком, поэтому так удобно мне держать, а как на самом деле в процессе работы. Надеюсь, что тоже будет удобно. Так, девчонки, по аксессуарам все. И я думаю, что в этой части мы сейчас еще с вами посмотрим по пряже. Несколько видов, которые пришло.